Критерии оценки проектов и первого, и второго конкурса у нас находятся в положении на сайте, они опубликованы. Именно с этих критериев начинается любая презентация фонда, на котором мы рассказываем и как подать заявку, и ошибки, когда разбираем. Мы начинаем с критериев, потому что абсолютно справедливо. Как оценивается проект? Проект оценивается только по критериям. Обращаю внимание, ни один проект из оцененных и участвовавших в конкурсе не получил баллы только просто так. Все получили баллы по критериям. Все критерии публичны, и на основе их создано положение о конкурсе. Вы подаете, и оценивать вас будут, составляете проект на основе этих критериев, и оценивать вас будут по критериям. Всего 10 критериев. По каждой из критериев эксперт оценивает по 10-бальной системе. Но у нас есть коэффициенты значимости, которые приведены в критериях оценки проектов и в первого, и второго конкурса. Если в первом конкурсе было 3 категории, они разбиты по категориям коэффициенты. Первая категория от 500 тысяч, вторая категория от 500 до 3 миллионов, третья от 3 до 10 миллионов. Раньше было свыше 3 миллионов, теперь мы сделали четвертую категорию во втором конкурсе, она сохранится. От 3 до 10, третья категория, и четвертая свыше 10 миллионов. Обращаю ваше внимание, что каждая из этих категорий дает разный коэффициент для каждого из критерий. И когда эксперт выставил свой балл по конкретному первому критерию, например, выставил балл 10, в случае до 500 тысяч он превратится в 20 баллов, так как будет умножен коэффициент 2. Во втором и третьем случае, когда он сохранится как 10 баллов, и в четвертом случае, четвертая категория, он станет 15 баллами. И так с каждым. То есть, если по третьему категорию, даже если эксперт выставляет 10 баллов, максимальная оценка будет 5 баллов, так как коэффициент 0,5. Вот вы можете, когда вы подготовили свой проект, исходя из суммы запрашиваемого гранта, посмотреть примерно, критически глядя на свой проект, по каждому из критериев, сколько баллов вы максимально можете получить, выставив себе оценку по 10-бальной шкале, потом умножив на коэффициент соответствующий из этой таблицы критериев, вы получите общее количество баллов, которое может набрать ваш проект. Как уже сказал Илья Владимирович, у нас есть на сайте и методические указания для экспертов. Открыв их, вы увидите, как мы рекомендуем оценивать по каждому критерию, что непосредственно наличие каких факторов в заявке, наличие каких сведений в заявке, которые вы внесли, дает возможность поставить ту или иную оценку эксперту. И эксперт оценивает, вот, исходя из данных критериев, по методическим указаниям, по каждому из критериев.